Всем привет! Вот и наступил уже шестой день, почти неделя. Нашему аккаунту мы получили недавно тековку. Вот такая вот она у нас уже. Скоро мы ее переведем. Точнее, не скоро, а сегодня. На следующий уровень и будем ее вкачивать все время. На максимум вместе с Купидоном для того, чтобы быстрее фармить подземки. Ну и у нас сегодня опять карта. Смотрим. Не буду затягивать интригу. Самому интересно, кто здесь выпадет. Охренеть. Чудненько. Триантик — именно то, что нам надо использовать. Тоже будет нам очень помогать. Так, есть. Купидон, друид. Ну, пока мы его не будем трогать. Давайте посмотрим, с каким он нам талантом упал. Воодушевление. Правда, не пятерочка, но тоже нормально. Давайте. Немножко его вкачаем. А у нас даже не получится. Жалко, жалко. Ну, давайте пофармим немножко рейда. И попробуем добить сегодня. Так, тыковку на ратушу, купидончика. Так, так. Итак, попробуем сегодня добить 10 тысяч силы. Не знаю, ли это у нас, конечно, получится. Ну, как купидончик хорошо бьет. Так, есть, вышли. Еще разок. И попробуем с тыковкой сегодня потрешивать на подземочках. Конечно, у нас еще не максимально прокачанная, но должно ее нам хватать. Так, не мри. Так, еще немного. У нас там по магии. Так, это взять и вот это взять и улучшить. 190 тысяч, 120. Ладно, этим я займусь потом. Сейчас мы докачаем тыковки новую звезду и пойдем трешивать по локациям. Вот она дала разгончик. Сейчас купидончик. Так, 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 так. Да, надо купидона прокачивать тоже. Привык я, что у меня там раз-два и все набрались энергии. Но не тут-то было. Так, есть. Делаем тыковки. И сразу ей поднимаем книжечками. Так, она у нас уже сотая. Ну, пока оставим. Так, подземочки надо. Давайте подземочки пройдем. Так, где мы тут застряли? По-моему, здесь. Так, ну что, попробуем. Начиная с тыковки. Остальных всех сюда кинем.
Вот сейчас она должна разгоняться нормально. Так, есть первый разгон, есть. Давай, 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 давай. Да, видите, она метается. Да, ни хреново, я вам так скажу, нас сносят. Ой, хорош. Так, надо, чтобы питомцы подхилили, потому что нас сейчас могут есть. Хорошо, прошли. Смотрим дальше. Надо было немножко дальше всех выпускать. Слоник. Так, мы магию не взяли. Сделаем перезаход все-таки. Так. Давайте возьмем все-таки отхил. Попробуем. Так, тыковку сюда, всех остальных, начиная с друида, сюда кинем. Вот так попробуем. Так, живи, 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 давай. Так, кинули мы. Отхил, ну как я смотрю, нас сейчас просто тут ушатают. Герои разбежались. А может и нет. Не, красавчики. Сейчас, наверное, гарпию ушатают, а может и нет. Да. Гарпию у нас ушатали. Демоны. У нас есть 10 самоцветов лишних. Есть. Нанимаем еще одного дополнительного строителя. Забираем яйца. Так. У нас сегодня открылся наконец-то слоник. Правда, он у нас пока первого левела, но это тоже неплохо. Так, ну я вам сюда донить не буду, не могу себе тоже этого позволить. 6 сундучков. Ну давайте посмотрим, что нам сегодня там упадет. Какая будет награда. Бау-бау-бау. Ну, так себе. Хотя слизнячки — это всегда хорошо и приятно. Так, кого я там качал? Купидона — четверочка. Тыковка — троечка. Давайте тыковки улучшим. Сделаем четверку. Ну и будем стараться по максимуму сейчас Купидона усилить. Так, есть. Ну что, у нас есть смены. Давайте трешанем, так уж и быть. Так, утекание, утекание. Кому можно поставить утекание у нас? Давайте поставим гарпии. Бег не то. Бастион третий. Давайте поставим ему. Смертельный удар. Усё. Так, забираем книжечки. Значки почета. Есть, да. Так, улучшаем, улучшить, улучшить. Так, что у нас там по книгам? Ну, не знаю, хватит ли нам сейчас. У меня там и допов особо-то нету много. Перевести их. Так, есть. Плюс 166.
плюс 173. Так, тут уже все 20-е. Так, еще одна. О, с пятерочкой вообще супер. Это хорошо. Так, есть. 8200. Вот у нас уже новый ранг наш появился. Так, что тут у нас? О, неплохо, неплохо, неплохо. Дали немножко нам самиков. Хорош, хорош. Мне это нравится. 330 самоцветов уже. Так. Ну что, идем еще пофармим. Так, ну тут нас могут сейчас просто даже юниты разобрать. Так оно, наверное, сейчас и будет. Ну, тыковка, давай, давай, разгон, давай, давай. Кильте тыкву, нубы. Хорош. Еще подхил. Блин. Не, друид спасает. Друид очень даже спасает нас. Вот опять тыковка бежит, сейчас даст разгон. Да, видите, насколько проще стало с тыквой. Хоть баф у нас и не особо сильный, но уже заметно. Так, есть. Пропустить подземочки. Раз. Два. А тут нам надо рейды пройти, ладно. Сделаем вот так вот. Вы этого не видели. Так, есть еще одно яйцо. Следующим улучшим ратушу. Еще построим один лагерь. Так. Ну что, побежали. Будем пробовать сейчас дальше проходить. Так, раз магия, два магия. Улучшаем. И побежали опять трешивать. Не знаю, хватит ли нам сил сегодня закрыть эту линейку. Слабоваты еще мои герои. Так, не туда тыкву выпустили. Ну что, попробуем вот так. Всех вместе. Так, дал отхил. Сейчас посмотрим, куда использовать. Если же кто-то умрет. Так, опять озрончик дали. И смотрите, как хорошо идет. Вот он разгон. Неплохо, кстати, синхронизировались с Купидоном. Купидон заряжает тыковка. Сразу же разгоняет. Хорош. Так, есть. Затащили. Хорошо. Да, триантик нам будет помогать. Конечно, под него неплохо еще и таблеточку отдельную. Так, давайте бегите сюда. Кидаем всех. Сейчас они тыковку мою. Я надеюсь, что разгонят. Давай, 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 давай. Ой, как хорошо идем.
Все у нас осталось. Два героя. Вот, прошли. Да, с тыковкой полегче идут подземочки. Намного. Без такой я не знаю, что бы мы сейчас тут делали. Забираем плюшки. Мало, но приятно. Так, давайте сбегаем. Потрешуем. Без доната здесь. Так, ведьму возьмем. Кого возьмем? Малыша Ника. Посмотрим, что у нас есть. Разброс. Ожива. Однозначно оживу ставим. Ставим. Давайте попробуем так. Ставим разброс. Взрыв. Разброс. Живо. Тяжелый удар. Давайте попробуем вот таким вот составом сегодня побегать. Чей малышник сработает? Ну, почему его малышник сработал первым? Ну что за подстава? Ну вот моя Тесса включилась первой. Ну да, блин, как так? Жесть просто. Да. Ну, хоть кристаллы героев. Может, 20 тысяч накопим через месяц. Я на это надеюсь. Вот мой малышник сработал. Сердцеедка, ну... Блин, чё ж ты так поздно включилась? Так, хорош, ведьма сработала вовремя. 50. Здесь есть, в принципе, шанс, что можно набрать дополнительно кулачков, так как нет ограничения на данную локацию по силе. Можно трешевать. Так, попытка номер два. Его... Ой, как хорошо. Видите, как разброс хорошо работает? Есть. Плюс 50. Неплохо. Так, что тут у нас еще? Ну что, побежали дальше в подземке. Будем пробовать затащить сегодня эту линейку всю. Так, тыковку. Как это-то я так тыковку кинул? И не досмотрел, что ее чуть не слили. Ай-яй-яй, купидончик, живи. Вот, видите, как хорошо сработал слоник. Просто дал миссануть. Поэтому слоник один из, скажем так, одних тоже топовых героев, которого надо вкачивать в первую очередь. Он спасает от стана, дает уклонение. Есть. Хорош. Ой, тут есть еще что бегать нам. Так, первая, вторая, третья, четвертая линейка у нас. Трешечок. Да, тут спасает нас, конечно, сейчас от хил. Откуда, блин, тут начать?
Лучше начать, конечно, с этого угла. Сейчас посмотрим, сколько выбежит. Так, в принципе, хорошо. Всех остальных тут кинем. Если что, тыковку потом подхиляем. Друид у нас хилит через все поле. Так, думаю, тут они должны затащить без проблем этих героев. Так, хорошо, побежали. В нудные подземки. Так, ну опять тыковку кидаем где-то здесь. Всех остальных можно рядом закинуть. Ну давай, разгоняйся. Так, есть, отхил. Щит. Попало в щит? Да, попало. Хорош. Давай, разгоняйся на нем. Есть. Вот сейчас оно тут будет. Я надеюсь, на заборе разгоняться. Хотя, как видите, не особо она там разгоняется. Так, надо, чтобы быстрее эти дошли до... Или убили этого героя. Да, нормально. Сейчас затащат. Есть. На троечку опять, хорошо. Так, не будем брать усилялку, возьмем опять отхил. Есть. Так, откуда тут начать, так бы интересно. Ладно, давайте начнем отсюда. Всех остальных сюда кинем. Ну да, нехило он там так бьет. 110-е уже пошли против моих нубиков. Так, держим магию всегда на поготове, потому что надо будет сейчас их, наверное, подхиливать. Больно, зараза, бьют. Но, как видите, питомцы справляются. Затащили. Так мы скоро и до седьмых кошмарок дойдем, я думаю. С такими темпами. Так, есть. Побежали на следующую. Так, элитную пока пропустим. Давайте попробуем вот эти все затащить в обычные, потом дойдем до элитных. Так, тыковку сюда. Всех остальных можно сюда кинуть. Так, дали немножко тыкве отхила. Сейчас она разгонится. Даже два бафа дала. Ничего себе. Третий. Так, тут надо, конечно. Ой, блин, сейчас, наверное, нашу тыковку ребята сольют. Вот слоник сработал. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отхил. Ой, хорошо, что на ней жива. Видите, как она нас спасла. Они переагрились. Соответственно, мы не потеряли 10 самоцветов. Так, хорошо, есть. Пополнить. Раз, два. Да, тяжеловато нам тут уже, но ничего не сделаешь. Надо все это зафармить. Так, тут сейчас нашу тыковку. Ой, хорош бог грома.
Ударил там, где надо, я скажу. Так, так, ну, разогнались. Так, палача снесите. Хорош, ушатали. Да, прошли. Хоть и героев два раза по левелу выше, чем наши. А все благодаря питомцам. Хоть они и не топовых левелов. Так, есть. Забираем, что там у нас. 43 200. Тоже неплохо. Что по ресурсам? Не ахти. Да, видимо, нам не хватит прокачать 10 тысяч силы. Это мы займемся с этим завтра. Сегодня мы пофармим по максимуму. Так, есть. Начинаем с тыковки. Всех остальных кидаем выше. Так, убейте шамана. Есть. Так, сейчас тут нам нужен будет отхил. Без проблем. Просто на изи. Так, есть. Следующее. Блин, все никак не привыкну к китайскому языку. Япономать. Так, ну тут с угла начнем. Тут, конечно, у нас герои возле башни стоят кучно, то придется нам тянуть сначала. Щит, потому что если все вместе выбегут на кого-то героя, мы просто сольемся. Так, ну-ка, тыковка у нас еще. В принципе, тыква жива есть, это очень хорошо. Без проблем затащили. Так, есть, даже без магии. Последняя подземочка, и будем пробовать элитные закрыть. Начинаем тоже с тыковки, чтобы у нее был заряд и разгон. Все башни, все ее бьют, она благодаря этому заряжается и разгоняется, как видите. Потому что если вы ее пустите в конце, то толку от этого не будет никакого. Так, есть. Так, у нас там три героя внизу. Надо, чтобы их ушатали до того, как тыква к ним забежит. Так, Бугрома хорош, хорош. Да, чудненько, вообще чудненько проходить подземки. Ну что, закрываем элитные. И четвертая обычная будет у нас пройдена. Ох-хо-хо. Жестковато тут будет. Так, ну-ка, тыковка, разгоняйся. Блин, 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 блин. Перезайти, что ли? Ладно, если что, еще 10 самоцветов потратим. Хотя, думаю, вообще красавица тыковка. Смотрите, как она ушатала их. Четко, четко. Так, отхил тыкве дайте. Хорош. Да, я не думал, что затащим. Есть.
0.15. Так, ну это уже приятно. 0.10. Пополняем магию и побежали, добьем последнюю элитную подземочку тут. Давайте всех вместе выпустим. Так уж и быть. Раз, да и можно трешануть. Так, не дайте тыкве умереть. Ой, хорошо, они кучно бегут. Есть. Все, вот так вот мы сегодня зафармили четвертую обычную. Быстро-быстро фармим подземочки. Как видите, тыковки очень хорошо слоник заходит. Так, забираем. Хорошо. Есть. Теперь побежали, попробуем зафармить Д. Получится у нас или нет, даже не знаю. Смотрим. Пока они у нас доходят до 70 уровня. D1 готово. D2. Ну. Блин. Сразу троих слили. Ну не гады, а. Да, печально, печально. Как видите, D3, D4 даже дойдем. Да, надо выставлять башенки и забор. Да ты что? Ничего себе, Купидон с друидом решили трешануть. Дойти до Т5 волны, это жесть. Ну ничего себе. Жестко, жестко, конечно. Ну давайте еще разок попробуем. Да даже не разок, а нормально попробуем. Потрешуем, чё нам. Так, тыковка, живи. Да, сюда бы сейчас выражая с воодушевлением. Можно было бы спокойно отдыхать. Так, хорошо. Блин, 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 неудобно выбежали. Нужен подхил. Просто потому, что без подхила. Видите, тыковка первая выбегает. Ой, хорош. Ну-ка, давайте, удивите меня. Ну, просто красавчики. D4 затащили. Ну, давайте еще D5. Блин, 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 блин. Нет. Рановато нам. Ну, дошли. Так, ну давайте еще разок. Попробуем. Так, D1 есть. D2. Ну, тыковку уже расслили. Блин, они что-то заходят все время со стороны тыквы. Что ж такое, ну? Ее первые сразу же сливают. Так, ладно, тут все понятно. Давайте сейчас тыкву спрячем. Вот так сделаем. Вот так. И вот так. Попытка номер 5. Ну так-то получше будет уже. Но сейчас буду с других сторон сливать героев. Да, слоника надо срочно выбивать и прокачивать. Так, ну что тут у нас? Ай, да как же так? Опять ушатались. Но тут кайфово зашли. Ну, почему там?
Все, прощай, друид, прощай, Купидон. Ой, хорош. Что это было, даже не знаю. Жесткая гарпия ударила. Так, ну-ка. Не. Еще разок. И попроходим еще пришествие монстров. Так. Так, все живы? Вроде да. Так, уйдите нафиг от тыквы. Есть. D2, D3. Блин, блин, ну что ж такое? Чё ж вы вечно через тыкву бежите, ну? Вот опять сейчас тыква сольется сразу. Не? Странно. Феникс бьет, походу, очень хорошо. Эх, опять зашли не оттуда. Ну, да что такое? Ну? Да ну, да ладно. Есть. Просто красавчики. Вот, мы дошли до Е-волны. Круто. Я не ожидал. Так, хорошо. Побежали. Так, L3. Ну, давайте попробуем. Сможем, не сможем. Как думаете? Я думаю, нас тут ушатают. Да, рановато нам еще сюда ходить. Надо фармить вторую. Вдруг сами кио падут. Так, снеговички. Хотя, блин, тут и снеговики, как видите, нормально шатают нас. Ну, под тыковкой. Хорош. 10 самиков. Ну, просто топ-награда сегодня. Как обычно, легенда, самоцветы. Сейчас будет слив. Помню, когда-то вообще все возмущались, что просто тупо нереально пройти волны с тыквами. Ну, давайте еще раз третью попробуем. Но рановато нам ее фармить. Да, фараоны сейчас нам тут устроят трешачок. Хотя нет, смотрите, что нереально. Так, 8300 у нас сила. Ну что, давайте сейчас еще попробуем. Сколько у нас там есть? Ну, есть немножко золота. Поднять наших допов. Так, 20-й, 40-й. Ну, я думаю, мы сейчас, наверное, 10 тысяч сделаем под конец. Что-то мне так кажется. Так, золота не хватает. Но зато хватает вроде как бы книжечек. Сейчас посмотрим, что у нас получится из этого всего. Так. Плюс 68, да. Маловато будет. Пока не будем этим заниматься. Так, смотрим, что тут у нас сегодня. Кристаллы героев. Плюс одно место однозначно забираем. Кристаллы героев.
Сколько у нас кристаллов, интересно, накопилось уже? 603. Супер. Скоро мы сделаем эволюцию кому-то. Все, ладненько. Такой вот у нас сегодня был второй день. Говорю, второй день. Уже спать хочу. Не второй, а шестой. В принципе, неплохо. Получили немало. Прошли тоже локации. Хорошо. Будем пробовать дальше свои силенки в каких-то новых локациях. Все, всем пока.